Всем привет, друзья, с вами, как всегда, с Мизи, и сегодня я покажу, как получить легендарный сундук в Кэтс. Ну, покажет мой брат. Всем привет, друзья. Сначала надо зайти на временную почту. Ой, сейчас анекдоты зашел. Временная почта. Временная почта, вот. Вот. Заходим, почта от TempMail, нажимаем копия, заходим потом на следующий сайт, называется этот сайт Cat the Game, ой, вот, Cat the Game, вот этот вот сайт, заходите на него, сейчас загрузка. Так. Вот, вас кидает на этот сайт, и здесь будет, короче, вот имя. Пишите любое имя, которое только можно. Например, TikTok. И e-mail, вот так делаете и вставить. Нажимаете subscribe. Дальше. И сейчас, короче, вам и заходите обратно на тот сайт. И сейчас вам должно кинуть... этот разработчик игры код, секретный код, вот вот он сейчас заходится, вот этот код, его тоже сейчас копируем, копировать и выходим, заходим в саму игру, сейчас просто не разбираюсь в моего брата в телефоне. Вот. Заходим, короче, в саму игру. Выходим. И здесь будет использовать промокод. Короче, ой, вставить. Ой, что-то он не получается. Вот. Вставить и нажимаете галочку. Все. Вам дают легендарный сундук и 12 кристаллов. Поехали. Открываем. Конечно, нам выпало говно полное. Простите за выражение. Но дальше... Ух ты, какая... Ух ты! Ее можно запилить на циркулярке. Не будет вообще классно. Так. Классика. Для Бигфут и комплект атаки. Все, ребят, вам дают 12 плюс кристаллов и собираете награду. Это все рабочее. Ну что, ребят, я с вами не прощаюсь, а прощается мой брат. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.